Тому що жінки, вони прекрасні. Чому? Бо жінки завжди красиві, ухожені повинні бути. Навіть коли вони зранку встають і без мейкапу, все рівно вони прекрасні. А як ви вважаєте, жінка має вплив над мужчиною? Звісно. Ну, у жінки завжди свої секрети над мужчинами. Покоряти його красотою своєю, дарити йому дітей. Ну, осчастливить его своим присутствием. Скажите, пожалуйста, если бы вы были женщиной, то какой подарок вы хотели бы получить на 8 марта? Наверное, любовь и ласку. Я бы не сказал, но мне просто... Не знаю, подарок какой-нибудь. Если бы я был женщиной, то я бы хотел, чтобы мне подарили любовь. А что вы подарили женщине на 8 марта? Цветочки. А у меня их много, какой из них есть? Две маленькие женщины, одна большая. Большой женщина. Большой женщина. Электронное устройство. Косметику. Я подарил ей цветы и невероятно милый, как мне кажется, блокнот.